Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу, как связать вот такой вот идеальный круг из трикотажной пряжи без шва, чтобы круг у вас получился плотным, держал форму. Я буду вязать крючком номером 6. Нам понадобится еще крючок поменьше, чтобы прятать кончики пряжи. Один маркер, можно использовать любую скрепку. Вязать будем вот по такой схеме. Самое важное в этой схеме это то, что здесь у нас, начиная с третьего ряда, вот эти вот прибавки будут располагаться над единичными столбиками. То есть прибавку мы никогда не провязываем над прибавкой. То есть они все находятся после, провязываются. Таким способом у вас будет круг ровный. И в конце видео я покажу, как красиво завершить вязание, либо как перейти от дна к стенкам для вязания корзин. Начнем вязание первого ряда. Мы начинаем его с кольца амигуруми и в него провязываем 6 столбиков без накида. Берем нашу нить, накладываем ее вот так вот на 3 пальчика. Делаем обхват, ложим крест-накрест и с обратной стороны захватываем мизинчиком. Теперь заводим крючок под первую нашу нить и захватываем вторую. Делаем вот такую вот петельку. Отпускаем кольцо, берем рабочую нить. Сильно кольцо, вот это самое первое, петельку вот эту, не затягивайте. Чуть-чуть ее вытяните и провяжите. Это будет наш самый первый столбик в первом ряду. Теперь в это колечко нам нужно будет провязать 6 столбиков без накида, с учетом вот этого вот первого. Вяжем второй столбик. Теперь самый первый столбик нам нужно будет отметить маркером, чтобы мы, когда будем соединять первый ряд, смогли его свободно найти. Вот он, наш первый столбик. С обратной стороны можно увидеть, у нас должен маркер выйти вот сюда. Заводим маркер и выводим вот между двумя вот этими галочками. Сюда мы будем делать соединение. Вот он наш первый столбик, мы его отметили. Далее провязываем в кольцо еще 4 столбика. Третий. Четвертый. Пятый. Кольцо в процессе вязки можно немного подтягивать. И шестой столбик. Провязали 6 столбиков. Если вы перевернете, здесь вы увидите вот такую вот косичку. У вас должно получиться 5 таких косичек. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, вы связали правильно 6 столбиков без накида. Теперь мы кольцо затягиваем. Но когда будете затягивать, сильно его не утягивайте. Оставьте немного такое вот отверстие. Мы его затянем позже. Теперь будем делать соединение первого ряда. Вытягиваем нашу нить немного побольше и находим вот здесь вот первую самую косичку нашу. Заводим крючок с обратной стороны под эту косичку и захватываем нашу петельку. Вытягиваем. Так, теперь заводим крючок под вот эти вот нити
и находим, где у нас находится наш маркер. Вот здесь мы вот должны завести крючок и захватить рабочую нить. Заводим крючок подобие нити вот здесь вот. Находим наш маркер. Можно маркер для удобства, чтобы вы знали, куда вводить крючок, не снимать его. Заводим крючок. Захватываем рабочую нить. И вытягиваем. Вытянули. На высоту столбика с накидом надо вытянуть. Теперь берем вот эту вот петельку и провязываем наш столбик. Так у нас получился первый столбик во втором ряду. Теперь можно маркер наш убрать. Мы будем теперь переходить к вязанию второго ряда. Во втором ряду мы будем с вами провязывать в каждый наш предыдущий столбик по 2 столбика без накида. То есть во втором ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Вот у нас идет наш первый столбик второго ряда. Находим следующую галочку нашу. Вот она. Мы должны вводить крючок между вот этими вот галочками в раскол. И с обратной стороны крючок должен выйти строго по центру между этими двумя галочками. То есть вот у нас идут перемычки, вот они наши столбики. Крючок должен выходить вот сюда, в центр. И здесь точно так же центр. Заводим крючок в петлю. И находим следующий столбик. Вводим крючок в центр галочки. С обратной стороны он должен выйти точно так же по центру. Вот. И провязываем один столбик. Провязали. Снова в эту же галочку мы провязываем еще один столбик. Также крючок должен выйти по центру. Вот мы провязали с вами 2 столбика. Теперь находим следующую галочку. Вот она. И точно так же провязываем в нее снова 2 столбика. Вводим крючок в центр галочки. Выводим с обратной стороны. Крючок не должен выходить вот в эту сторону, не в эту сторону, а должен вот строго по центру выйти. Немного вязать первый ряд, второй сложновато, но последующие ряды уже будет легче. Провязываем одну галочку. И в это же отверстие вторую. Находим следующую. Провязываем также 2 столбика. Так вяжем до конца ряда по 2 столбика в каждую нашу галочку. Вот он наш последний столбик. В него мы провязываем 2 столбика. Один и второй.
заканчиваем ряд, провязываем еще один столбик без накида вот в эту самую первую нашу петлю, потому что мы начинали здесь с одного столбика, затем провязывали 2. Сюда мы провязываем еще один столбик. Провязали и теперь делаем соединение второго ряда. Вытягиваем нашу нить. Здесь находим нашу первую самую косичку. Заводим крючок под нее. И вытягиваем нашу нить. Так вот, вытянули. Теперь находим самый наш первый столбик второго ряда. Вот здесь вот он находится. В него мы продеваем крючок. И захватываем рабочую нить. Вытягиваем. Берем нашу петельку и делаем соединение. Мы сделали соединение второго ряда. И это же будет переход на следующий, третий наш ряд. Перед тем, как начать третий ряд, мы с вами затянем вот это вот отверстие наше, переворачиваем вязание, находим наш вот этот хвостик и как можно сильнее затягиваем, чтобы у нас отверстие не оставалось. Затянули отверстие. Теперь приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду у нас будет удвоение через один столбик. То есть мы провязываем один столбик, затем провязываем 2 в следующую галочку, затем 1. И так будем чередовать до конца ряда. Вот у нас есть уже один столбик третьего ряда. Следующую галочку мы провязываем 2 столбика. Вводим крючок посередине. Не забывайте, чтобы он выходил строго по центру. И провязываем сюда 2 столбика. Провязали 2 столбика. Следующую галочку мы провязываем 1 столбик. Далее находим следующую галочку. В нее мы провязываем 2 столбика. После 2 столбиков мы провязываем 1. И так мы вяжем до конца ряда. Завершаем третий ряд. Третий ряд у нас должен закончиться прибавкой. То есть в эту галочку мы должны в последнюю провязать 2 столбика. Провязываем 1. И 2. Во втором ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Теперь делаем точно такое же соединение, как и в предыдущих рядах. Заводим под косичку. Захватываем нашу петельку. Стягиваем. Находим первый столбик. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем. И петлю захватываем. Провязываем. Так, мы закончили
третий ряд. Переходим на четвертый. Вяжем с вами четвертый ряд. В четвертом ряду у нас уже будет между вот этими прибавками по 2 столбика. В предыдущем у нас был 1 столбик. Теперь будем провязывать 2 столбика. Надо обратить внимание здесь на то, что вот эти вот удвоения мы не вяжем над предыдущим удвоением. То есть мы провязываем их после, над единичными столбиками. И так будет в каждых следующих рядах. Так, в третьем ряду мы с вами сделали соединение, и у нас уже получился один столбик. Он находится у нас с одной галочки выходит. Вот с этой. Здесь на самом деле должно быть удвоение, то есть два столбика выходить. Но мы пока его сюда провязывать не будем, мы его провяжем в конце, когда довяжем круг до конца, и сюда мы уже провяжем еще один столбик. Затем далее смотрим, у нас идет удвоение. Здесь провязываем по одному столбику без накида. Провязали один столбик и в следующую провязываем еще один. Теперь смотрим, у нас идет один столбик. Сюда мы провязываем, уже прибавку делаем. Провязываем два столбика. Один и в это же отверстие второй. Теперь смотрим, идет удвоение. Здесь провязываем по одному столбику. Не забывайте, что у вас крючок должен входить именно в центр галочки, и с обратной стороны должен выходить точно так же в центре. Так, следующее у нас идет удвоение. Один столбик и второй. У нас идет чередование. Вот у нас прибавка, два столбика, прибавка. Следующее у нас идет, получается, два столбика. Один столбик и в следующую. Затем идет у нас прибавка. Так вяжем до конца ряда. Встречаемся с вами вот здесь. Довязываем четвертый ряд. Вот я провязала один столбик здесь. Теперь находим наш самый первый вот этот столбик. Сюда же провязываем еще один столбик без накида. Здесь у нас получилось удвоение. Теперь делаем соединение. Точно так же вытягиваем нашу нить. Заводим крючок под косичку. И затягиваем. Теперь вот он наш столбик. Заводим крючок в этот наш столбик. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем. И петельку провязываем. Мы сделали соединение. Будем вязать теперь пятый ряд. Столбик у нас уже один есть. В пятом ряду у нас с вами будет уже не два столбика между прибавками, а три. Раз, два, три. Столбика между каждыми этими прибавками. Приступаем к вязанию пятого ряда. Смотрите, здесь у нас идет удвоение. После удвоения идет одинарный столбик. В него мы провязываем два столбика. Провязываем один и второй. Далее мы должны провязать три столбика. Раз, два и третий.
После трех столбиков мы снова вяжем с вами удвоение. Вот в эту следующую галочку провязываем 2 столбика. После удвоения снова провязываем 3 столбика. Раз, два и третий. И снова провязываем 2 столбика в одну галочку. Раз, и в это же отверстие вторую. Так у нас идет чередование. Удвоение, раз, два, три столбика, снова удвоение, и снова идет 3 столбика. И так до конца ряда. Встречаемся с вами в конце и завершим с вами 5-й ряд. Осталась вот одна галочка. Сюда провязываем 1 столбик. И делаем соединение ряда. Делаем точно так же, как в предыдущих рядах. Так, мы закончили вязать с вами 5-й ряд. Теперь у нас будет 6-й ряд. В том ряду мы с вами будем уже делать не 3 столбика между прибавками, а 4. Раз, два, три, 4. И снова прибавка. Смотрим, здесь находится у нас 1 столбик. Далее идет удвоение. Сюда мы провязываем по 1 столбику. Не забываем, что где у нас идет удвоение, мы не делаем там прибавку. Провязываем 1 столбик. Следующую. Затем после нее уже провязываем 2 столбика. Следующую галочку. 1 столбик и 2. Теперь провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 столбика и снова делаем с вами прибавку. Один и в это же отверстие вторую. И так будем чередовать до конца ряда. Удвоение. Раз, два, три, 4 столбика. Снова прибавка. Довязываем до конца. 6-й ряд у меня закончился одинарным столбиком. Далее делаем соединение. И будем вязать с вами 7-й ряд. Соединили. В 7-м ряду у нас уже идут между прибавками, будет уже идти 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И снова прибавка. Так, провязываем с вами. Мы должны провязать с вами 5 столбиков. Смотрим. Здесь мы провяжем 1, 2, 3, 4 столбика. И следующая будет у нас прибавка. Провязываем 4 столбика.
провязали 4 столбика. Так, далее провязываем сюда удвоение. Один столбик и второй. Провязали удвоение. Далее вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, провязали 5 столбиков, следующую галочку делаем 2 столбика. Вот у нас идет здесь двойная галочка, после нее удвоение. И второй столбик. Так провязываем до конца. Между удвоениями у нас идет по 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Доходим до конца. В конце у нас будет, вот здесь у нас идет 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И наше вязание завершится двойным столбиком. То есть здесь делаем мы прибавку. Довязываем до конца ряда. Завершаем наш последний 7-й ряд. Сейчас я вам покажу, как сделать переход 1 к стенкам. Вытягиваем нить побольше. Находим здесь у нас самую первую косичку. Заводим крючок с обратной стороны и петельку захватываем. Вытянули. Теперь смотрим. У нас вот здесь вот образовалась такая как бы косичка. Мы вводим крючок между ними в серединку. С обратной стороны вязания переворачиваем и вводим крючок вот в эту вот перемычку. И захватываем рабочую нить, вытягиваем. Вытянули, и вот этот вот наш кончик мы должны провязать. Провязываем. Итак, у нас получился переход 1 к стенкам. Так вот. Если вы хотите завершить полностью вязание, тогда нам нужно будет вот этот вот кончик отрезать, оставить небольшой хвостик. И полностью нить вытягиваем с этой петли. Вытянули и заводим теперь крючок также под первую вот эту косичку, вытягиваем сюда нить. Теперь находим с обратной стороны, вот здесь вот перемычка у нас идет, вводим крючок сюда, и мы должны вот здесь выйти в середине косички. Захватываем наш кончик и вытягиваем. Вот так у нас получилась точно такая же косичка. Вот она. Мы красиво с вами завершили ряд. Теперь нам осталось только спрятать вот эти вот кончики. Мы возьмем крючок поменьше и в удобных нам местах просто заводим нашу нить. Наш идеальный круг готов. По схеме вы сможете связать круг любого диаметра. В описании я оставлю ссылку на схему. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал.